Привет! В эфире рубрика «Вкусно, полезно с Гефест». И я ее ведущий Данила Панов. Сегодня я буду не один. У нас в гостях Анна Добрыднева. Будут цветы, и ты станешь невестой, невестой. Привет! Привет, Ань! Чувствую себя как дома. Мы готовим сегодня самый шоколадный в мире пирог. Брауни! Да! Yes! Для начала нам понадобится шоколад и сливочное масло. Включаем плиту. Его нужно мелко порезать для ускорения процесса подтапливания. Выкладываем масло и добавляем в него шоколад. Отправляем получившуюся смесь на паровую баню. Теперь нам необходимо поджарить орехи. Лучше всего подойдут грецкие. Орехи крупно порубим и обжарим на сковороде на среднем огне. Когда ты почувствуешь аромат ореха, так, говори мне. Хорошо. Нам необходимо разбить яйца. Яйца мы немного взбиваем. Особенность этого десерта в том, что там минимум муки. 5 столовых ложечек, это где-то 105-110 грамм муки. Разрыхлитель. Смотри, что я делаю. Ты просто невероятная. И добавляем сюда какао. Тщательно смешиваем все ингредиенты. Орехи периодически помешиваем, чтобы они не пригорели. Шоколад и масло растопились. Комочков не осталось. У нас получилась нужная консистенция. Теперь необходимо этой смеси немножко остыть. Я попрошу тебя добавить самое главное. Это соль. Соль? Буквально нужно пару щепоток. Сахар тоже добавим, без него никак. Ну, не будем перебарщивать. Я тебя попрошу добавлять по чуть-чуть яйца. Шоколад получился идеальной консистенции, все смешалось. Теперь мы добавим смесь из муки, какао и разрыхлителя. Перемешаем до однородного состояния и отправим туда слегка поджаренные орехи. Теперь будем выпекать брауни вот в этой форме. Я возьму лист пергамента. Выкладываем наше шоколадное тесто в форму и ставим выпекаться в духовой шкаф. С этим прекрасно справится техника Гефест. Температура выпекания 180 градусов, по времени 15-20 минут. Пока наш брауни выпекается, предлагаю приготовить к ним карамельный сироп. Для карамели нам понадобится немного сахара и сока лайма. И ставим на плиту. Важно, чтобы карамель не пригорела. Вот мы достигаем такого вот цвета. Нам необходимо добавить слив. Карамельный соус готов. Угу. Выключаем его, даем немножко ему остыть. Наш пирог готов. Теперь его можно украсить. Добавим карамельный соус. Такая красота! Возьмем пудру. Наш десерт готов. Это была рубрика «Вкусно, полезно с Гефест». Мы желаем вам сладких праздников. До новых встреч.